Всем привет! Сегодня у нас в обзоре 1 гривна 96 года. Монетка, конечно, очень прибавила в цене. Если мы посмотрим на аукционы и по какой цене она уходила летом, то мы увидим, что цены 30-40 гривен, максимум до 50. Но сейчас что происходит, это вообще просто необъяснимое что-то. Ценник уже взлетает 140-150 гривен. Мы можем наблюдать такие проходы. А кто-то выставляет на продажу, кто-то покупает. Я бы рекомендовал попридержать эту монету. Был у меня обзор на гривну 95 года. Если есть возможность, то отложите их и не продавайте. Потому что неизвестно, какая будет цена под Новый год и после Нового года. Мои предположения явно то, что ценник будет гораздо больше. И теперь мы пройдемся по описанию данной монеты. На аверсе данной монеты в центре изображение трезубца малого государственного герба Украины. По сторонам от него отображены дубовые листья с двумя колосками. Из каждого колоса вертикально вверх выходит по три ости. Вверху монеты надпись «Украина». Под гербом расположен год выпуска монеты 1996. На реверсе обозначен номинал крупной цифрой 1. Ниже текстовое обозначение гривня. Справа и слева расположен растительный орнамент из виноградной лозы с четырьмя гроздями винограда по две на каждую сторону. Поверхность гурта у 1 гривны имеет надпись 1 гривня и год чеканки 1996. Характеристики данной монеты. Номинал 1 гривна, год выпуска 96, монетный двор, Луганский станкостроительный завод, металл латунь, тираж 1 миллион штук, масса 7,1 грамма, диаметр 26 миллиметров, толщина 1,8 миллиметра. На гурте надпись 1 гривна 96 года. 1996. Авторы Василий Лопата, Борис Максимов. Магнитность не магнитится. Вот такой вот интересный экземпляр у нас в обзоре. И зафиксируем с вами в этом ролике на эту дату, когда выйдет ролик. Цена составила монеты 140-150 гривен. Последние проходы по этой монете. И теперь посмотрим через год, в 2019 зимой, насколько подорожает данная монета. Всем будет интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!